следы высокоразвитой цивилизации вот тут повсюду. Вряд ли современные шимановцы при современном уровне техники могут позволить себе построить такое сооружение. Ну тут, наверное, богам поклонялись. Кто тут еще могли делать? Наверное, инопланетяне помогли построить. Откуда такие деньги у шимановцев были когда-то? Не представляю, чтобы это стоило бы сейчас строить. Вот было тут. Была высокоразвитая цивилизация в Шимановске когда-то. Поздравляю с годом экологии! Закроем все заводы, защитим экологию!